Ну вот, ребята, сейчас мы находимся действительно в старых погребах поместья Фоннель. Здесь еще лежат, посмотрите, каким рядом громадные бочки. Ну, вы видите уже Рислинг, Регент, Рислинг. Но я сейчас не буду останавливаться на каждом сорте. Я просто пройду немножечко. Ой, покажу вам и другую сторону. А, кстати, вот что меня очень даже интересовало, Шварцрислинг, поглядите. Шпейтбургунда. Регент. Регент. Вот так это выглядит здесь. То есть здесь у нас объединяется традиция и инноваторство. Посмотрите. Угу. Ой, как вкусно пахнет. Обожаю запах винного погреба. Это, скорее всего, бутылки шампанского, которые вручную поворачиваются позже. Ну, потом спросим у Феликса, как часто и насколько. А пока я от них убежала. Видите? Чудесно. Посмотрите. Это, скорее всего, сокровищница. Стопудово. Поглядите. Что стоит? Приват. Ой, нам сюда нельзя. Приват. Нам сюда нельзя. Пойду спрашивать, куда можно.